решила вам снять еще калачик. Юку на берегу моря. И отдельно покажу растение синяк. Вот это я имела в виду. И вот в нем заключена очень большая целительная сила. Потом расскажу отдельно. Остановимся. И я расскажу, какие свойства там есть. Флавоноиды, какие витамины, какие минеральные вещества. Ну, в общем, там много чего можно сказать про это растение. Я в прошлом году делала, но не все любят про травы, поэтому, может, кто-то пропустил, поэтому сделаю дополнительный выпуск. Ну что, обнимаю синяком и калачиком. Чао-чао, мои прекрасные друзья. О, колося еще есть. Ну что, чао-чао, обнимаю.